Как вы оцениваете работу нашего региона по тем направлениям, которые представили в Совете Федерации вот за эти дни? Хочу особо отметить, что руководство Ульяновской области, губернатор и председатель законодательного собрания очень основательно подготовились к проведению Дней Ульяновской области в Совете Федерации. Это не просто общие слова, на самом деле впервые все 10 комитетов встречались с руководителями по разным направлениям регионального правительства. Шло очень заинтересованное обсуждение положительного опыта Ульяновской области, сложившихся передовых практик, этапов развития экономического, социального, проблемы, которые были. И очень интересны были доклады необычные, и выставка, которая показывает и потенциал возможностей региона. На самом деле Ульяновская область один из динамично развивающихся регионов, и эффективные управленческие решения, принимаемые руководством, они дают хороший результат. Это и кластерная политика, это поддержка высоких технологий, инноваций, это формирование новых интересных форматов взаимодействия с бизнесом. Ульяновская область вошла в число 10 регионов наиболее успешных привлечений бизнеса, создания деловой и инвестиционной атмосферы в регионе. Очень радует, что валовый региональный продукт за последние годы вырос в 4,5 раза. Работают активно предприятия, перерабатывающие сферы, то есть это реальный промышленный сектор, новации внедряются в сектор аграрно-промышленный. Область наладила подготовку кадров для отраслей промышленности, для сельского хозяйства. Есть чем гордиться, и это, конечно, благодаря труду жителей Ульяновской области, конечно, управленческой команды, которая в полном составе в эти дни находилась в Совете Федерации. Мы заинтересованы в том, чтобы сложившиеся передовые практики, которые дают хороший результат, стали достоянием всех других субъектов Федерации. Это функция наша по внедрению передового опыта. Многое делается в социальной сфере, для поддержки семей с детьми, и здесь есть чему поучиться в Ульяновской области. Количество многодетных семей благодаря вот такой системной работе увеличилось более чем на четверть за последние годы. А России, конечно, нужны многодетные семьи. Нам надо всячески способствовать улучшению демографической ситуации. Есть и проблемы, и в этой сфере в том числе. И ежегодно сохраняется пока еще убыль населения. Наверное, нужны иные меры улучшения демографической ситуации, снижения смертности. Очень много делается в сфере культуры, очень много интересных новых проектов. И что мне нравится, что, знаете, вот такой во всем новаторский инновационный подход, креативный подход, неравнодушный. И это, может быть, отличает управленческую команду Ульяновской области. С большим интересом сенаторы участвовали в совместной работе. Мы подготовили очень качественное постановление о мерах поддержки экономического и социального развития, в том числе поддержки в тех сферах, где нужен федеральный уровень. И мы обязательно все, что в постановлении будет прописано, мы обязательно это реализуем, выполним. Это будет вклад Совета Федерации в развитие региона. Мы очень удовлетворены итогами, и, на мой взгляд, и команде Ульяновской области было полезно пообщаться на федеральной площадке, показать себя, показать достижения. И на каком-то этапе вот ловишь себя на мысли о том, что Россия живет, развивается, у каждого региона свои подходы, свои возможности, свой потенциал на фоне непростой экономической в целом ситуации, санкций и так далее. Жизнь продолжается самым активным образом. И за это большое спасибо жителям Ульяновской области.